Минута молчания и красные гвоздики, как символ вечной памяти павших солдат. Ровно 80 лет назад под Москвой развернулось одно из главных сражений в истории Великой Отечественной войны. 80 лет назад, 5 декабря, мы отбросили от нашего городского округа врага больше, чем на 150 километров, тем самым дав понять, что победа никогда не будет за фашистами, а победа будет за нами. Цветы к мемориалу, отстоявшим отчизну, возложили депутаты Совета депутатов городского округа, а также ветераны НПО «Энергомаш». Кстати, сотрудники этого промышленного предприятия несколько лет назад и возвели памятную стелу в Химках.